Здравствуйте, дорогие друзья! Я Валерия Мисник, кинезиолог, нейрокинезиолог, спортивный кинезиолог, микрокинезотерапевт. И сегодня я хочу обратить ваше внимание на вот это замечательное растение. Это дальневосточный эндемик, Леспедиция копеечная. В чем же уникальность этого растения? Это одно из немногих, а может быть единственное растение, которое помогает и дает выраженный эффект применения его в виде чая, настоя, настоек при герпесах, при гепатите С, Б, то есть при вирусных инфекциях. И я рекомендую каждому из вас применять силы природы, использовать их для своего здоровья, восстановление сил и ресурсов. Достать его достаточно просто, оно есть у всех травников, поэтому вы можете либо заготовить сами, но сейчас уже заканчивается сезон, вот это собирать это растение нужно только в пору цветения, оно уже практически отцвело. Может быть, сегодня или завтра, если вы успеете, то значит, будет замечательно. И собираются веточки, они высушиваются, и потом завариваются и пьются, как обычный чай. Есть дополнительные рецепты, настоек, вы можете об этом почитать в интернете, но дело не в этом. Существуют силы природы, которые поддерживают наш организм гораздо лучше, чем химические препараты. Поэтому я советую, рекомендую вам обратиться к травникам, их достаточно много, и трава очень распространенная, кустарник, и вы можете в течение осеннего времени, зимы, весеннего времени поддерживать свой иммунитет, поддерживать свое здоровье. И еще раз повторяю, это вирусные инфекции, выраженный эффект дает при герпесах, опоясывающих лишаях, и работает очень хорошо с гепатитами Б, С. Будьте здоровы, я надеюсь, что это видео будет вам полезно. С вами была Валерия Мисник, подписывайтесь на мой канал, если вам было интересно, ставьте лайки, до новых встреч!